15 февраля в Дагестан во главе с генеральным секретарем Татьяной Кириенко прибыла делегация Федерации бокса России. Встретили представителей колоритно по традиционную зажигательную лезгинку в зале официальных встреч международного аэропорта Махачкалы. Отметим, что основная причина визита – это открытие филиала Федерации бокса России в Каспийске. Утром 16 февраля делегация отправилась на прием главе города Каспийска Борису Гонцову для обсуждения взаимодействия органов исполнительной власти Федерации бокса России и региональной на территории нашего города. По словам Татьяны Кириенко, в ближайшем будущем в Каспийске появится центр бокса, так как город является меккой данного вида спорта. Мы называем этот проект «Центр прогресса бокса», называем их именами великих спортсменов и великих тренеров. И здесь у нас тоже такие мысли есть. Сейчас мы за год признали лучших также тренеров, и лучшим тренерам подарили вот Федерации бокса России, Центр прогресса бокса, сертификаты на сумму 25 миллионов рублей. Это такой стартовый взнос для того, чтобы началось строительство боксерских центров. На повестке дня был также поднят вопрос об ускорении реализации проекта. Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день в России на стадии открытия находится 50 подобных центров. Началось строительство центра бокса в городе Каспийске. Оно, в принципе, началось и есть уже каркас. Теперь мы проговорили, как это дальше будет происходить, для того, чтобы все это было как можно оперативнее и быстрее. Потому что такой центр, конечно, ждут детишки. Все дети будут заниматься боксом абсолютно на бесплатной основе. Так как у нас по всей стране это и происходит, это наш главный принцип. Вскоре после приема и обсуждения основных вопросов представители Федерации бокса России совместно с делегацией из Дагестана отправились на открытие нового офиса Федерации бокса в городе Каспийске. Открытие офиса Федерации бокса. Спасибо большое, что вы нашли время посетить. И это новая страница. И надеюсь, она будет очень результативная в взаимодействии с Федерацией бокса России. Татьяна Анатольевна, с вами. Завершилась встреча экскурсии по новому филиалу и концертной программой, подготовленной воспитанниками детской школы искусств имени Сергея Габапова. Анастасия Колесникова, Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев. Новости, телеканал «Среда».